Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный овощной салат. Готовится он легко и просто, без стерилизации. Термическая обработка минимальная, благодаря чему в овощах сохраняется большое количество полезных веществ. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала измельчаем все овощи. Капусту мелко шинкуем ножом. Болгарский перец нарезаем длинной соломкой. Репчатый лук режем перьями. Помидоры небольшими дольками. Морковь трем на терке для корейской морковки. Вес всех овощей в неочищенном состоянии по 700 граммов. Затем помещаем подготовленные овощи в широкую посуду, подходящую для варки. Добавляем туда 20 граммов соли, 100 граммов сахара, 200 миллилитров подсолнечного масла без запаха и треть нормы 9% уксуса, примерно 30 миллилитров. Хорошо все перемешиваем. И даем постоять при комнатной температуре около часа. За это время содержимое миски мешаем несколько раз. Когда овощи пустят сок, включаем небольшой огонь и доводим их до кипения. Чтобы овощи прогревались равномерно со всех сторон, время от времени аккуратно их перемешиваем. Как только сок закипит, засекаем время и варим наш салат ровно 7 минут. В конце вливаем оставшиеся 70 мл уксуса, хорошо перемешиваем и сразу раскладываем наш салат по горячим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Стараемся овощи максимально уплотнить. Сверху все заливаем соком. Прикрываем банки крышками. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Тепло укутываем. И даем в таком состоянии полностью остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 4 пол-литровые баночки и 1 на 700 мл. Вот и все. Очень вкусный овощной салат на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.